Всем привет-привет! С вами Растишка от Руфишки. Вот подошла у меня пора рассаживать гераньку Мулин Руж, красотку, которую я сеяла из семян Pan American профсемена. Схожесть была отличная, все 100%. Вот она уже поднялась, расправила свои крылышки, листочки и просится уже на рассадку. Уже там ей тесно. Сажу вот такие горшочки пластиковые. Всем по отдельности свой домик. Там уже половину он рассадила, дальше выставила. Вот так и рассаживаю. Делаю сейчас им отверстие. Сделала сухую землю. Грунт свой. Добавила только перлитика сюда для рыхлости. И все. Вот сейчас мы его отсюда сковырнем. Вот. Листочек. Иди сюда. Вот красотка. Вот такой корешочек. Вот туда иди. Сейчас мы тебя польем. Толстенький такой, хорошенький. Вот. Все. Вот так мы его посадим. Красавицы. Хорошенькие такие, толстенькие. Сейчас еще маленько подсыплю. Подолью земельки. Вот. Маленько закопала ей стерженек. Так как она вот здесь маленько уже вытягивается. Полкуется он палочкой. Сейчас я его присыплю, он еще укоренится. О, сам готовится завтра. Приглашает меня на прогулку за 15 километров в тайгу. Ой, а мне уж загодя душа болит. Не для меня такой экстрим, не для меня. Но придется мужу уводить да внучку. Поеду с ними завтра в 6 часов утра. За щучкой. Ставить жерлицу. За одномя вам видео сниму. Моего туризма. Так. Корешок можно маленько вот этот оборвать, наверное. Длинненький он. Во. Все. Стоять. Конечно, хочется прокатиться по тайге. Но все равно еще раз повторяюсь, это не для меня. Такой экстрим не для меня. Нет. Не любитель я этих дел. Погода у нас мерзопакостная, снег летит, влажность большая, сырость, с крыши лавины сходят, не успеваем отгребаться. Так что ноябрь у нас пока с теплинами, тепло, тепло. Вот, какие хорошенькие сидят. У нас зима за окном. Зима. Вот завтра поеду на этом мототолкаче с ветерком, как говорят. Дочка уже съездила, нахвалила там прям в восторге в таком, что не передать. Ну какие коренастенькие. Земелька рыхлая, корешки. Барствует. Вот так вот я их рассаживаю. Сейчас маленечко еще так полью в них тихонько. Вот так. Корешки затянутся туда внутрь. Все. Вот так я рассаживаю свою герань. Так, готовится корабль к плаванию, да. Все равно классно прокатиться. Кто не любит кататься? Да все любят кататься, я думаю. Хоть на чем, лишь бы кататься. Тут у меня укореняется моя лавандочка. Уже походу корешки пустила маленько она у меня. Он в рост пошла уже веточка. Вон они корешочки, видите где? Тоже сейчас высажу ее. Тоже будет мучиться зимовать. Сейчас маленько пройдусь. Тут у меня корыто с землей. Пышной. Пышной, пушистой. Какая рыхлая. Земелька аж копаться хочется. А вот перегнойчик у меня. Уже перепрел за лето. Конский. Тут одни вот картошечки конские. Все перетертые. Все рыхлые, пушистые.
буду добавлять в грунт. Вот. Вот гераньку рассадила уже. Это мои тут калеусы красивые. Красуются. Красота неописуемая. Будут всю зиму мне украшать подоконник. Посмотрите, какая красота. Ну, это же вообще... Это красота слов не передать. Это такая палитра красок. Вот даже цветет. А вот маленькая аватар что-то у меня подзамучился у меня, да. Но сейчас даст пасынки, я их отпасынкую, укореню и буду размножать. Видите, какая красота. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Вот герань. Ой, бегония цветет у меня. Шардоне, это моя шардоне, вот сорт тоже. Тоже череночки будут, надо будет развести мне ее. Сейчас вот насадила, как забывают, а ботаты рассадила все укорененочки. Черенковала осенью, брала с маточников. Вот укореняю теперь. Вот так. Вот. Дихондра. Осталось зимовать. Буду, наверное, тоже маленько черенковать ее, пробовать. Вот такие плети у нее висят. А вот я уже откопала, разделила корневую у одного кашпо. Тоже вроде как растут. Пошли в ростик. Вот так мы будем сейчас разрастаться. Ну, красота. Вообще красота безумная. Это такие клумбы можно с ней создать. Это вообще цветов не надо. Она такая непривереда. А сколько разновидностей ее очень много. Вот такая у меня зелень растет. А вот бегония, так она у меня не расцвела из семян за лето. Все сидела, сидела на улице. А тут вздумала зацвести у меня. И еще мне деток народит, нарастит. Вот такая красота поздняя. Пусть растет и красуется. Ну вот, что я вам хотела сегодня показать. Тут и устомочки вот принялись. Вот они мои выкопанные, обрезанные. Веселенькие, пасынки вон растут у них уже. Все, красота будет. Все будет у нас, все будет цвести, благоухать. Вот, всем пока-пока. На улице зима.